Награда 100 тысяч немецких марок золотом. Тот, кто доставит изображенного здесь коммунистического вождя по прозвищу Тита живым или мертвым, получит в награду 100... Внимание, внимание! Дивизия Бранденбург, Баня Лука. Данные на Иосипа Брос, псевдоним Тито. Родился в Кумраватце в 1892 году. Предводитель банд бунтовщиков. Иосип Брос Тито. Видели в Петровацце. Потеряли его след. Донесение номер 2938. Секретно. Срочно. Йосип Брос Тито находится в Дрваре. Господин полковник. Господин генерал, мы знаем, где находится Тито. Где? В Дрваре. Сколько у него там войск? Немного. Все его подразделения на позициях. Если карта не врет, Дрвар — идеальное место для десанта. Немедленно сфотографируйте местность самолета. Эй, девчата, бегите. Едет Милан с аэродрома. Кого это с ним везет эта чудная машина? Он ждет английских парашютистов. Девушки обожают нашего шофера Васину. И к вам тоже неравнодушны. Наши будущие командиры. А, офицерская школа? Да. Они уже воевали? Большинство с 1941 года. Скажем ему, что для них учение тяжелее самых тяжелых боев. Это столица освобожденной Югославии. Остановимся? Зачем? Я боюсь, что он криво сфотографирует, и американцы увидят, какой же это партизанский город. Хотите, чтобы он остановил? Нет. Ладно, езжай, Васины. Все в порядке, это наш. Понимаю. Не возражаете, если я спрошу, чем вы занимались до войны? Я? Да. Я был в школе, в гимназии. Когда мы победим, я вернусь еще на год. А он? О чем он тебя спрашивает? Спрашивает, чем ты занимался до войны. Чем я занимался до войны? Смотри, белый халат. Это наверняка больницы. Здравствуй, Десса. Здравствуй, Милан. Привет, Лепа, как ты? Милан, я тебе не Лепа, а товарищ медсестра. Официально обращайся. Пожалуйста, товарищ медсестра.
Один, два, три. Три. И посмотри внимательно, не украл ли я какой-нибудь аспирин. 22, 23, 24. Что с тобой? Ты меня слышишь? Слышу. Тогда ответь. Товарищ лейтенант, я приняла лекарство, все в порядке. Хочешь подтверждение? Вот как побью тебя, честное слово. За это ты пойдешь под трибунал. Офицеры не смеют бить партизан, а тебя я побью как брат-сестру, а не как офицер партизана, ясно? Давай бей. Если у нас нет родителей, это не значит, что ты можешь опекать меня на каждом шагу. Кто тебя опекает? Ты лично, за каждым шагом моим глядишь, где я и с кем. Чего ты кричишь? Подожди немного. Чего ты возмущаешься? Я только сказал управляющему больницы присмотреть за тобой. Я могу сама следить за собой. Я твой брат. Если бы тетя не было здесь, я бы ушла на позицию. Так и война закончится, а я и не возьму пистолет в руку. Я старше тебя на 3 года. И 4 месяца. И 3 месяца. 4. Кто это? Кто? Тот, который улыбается. Американец. Ты ему нравишься. И что во мне такого, чтобы ему нравиться? У них девушки в 100 раз красивее. Это он тебе послал. Мне? Тебе держи. Теперь фотографируй, союзник. Ситуация на фронте улучшилась. Смотри, не опьяни внутри ликер. Скажи ему спасибо. Ладно. А теперь до свидания, меня ждут раненые. Погоди, у меня есть пропуска в кино, пойдешь со мной? Нет. Какого черта? Я не хочу, чтобы ты водил меня за руку. Со своими бы пошла. А со мной не пойдешь. Я сказала тебе. Хорошо, я попрошу, чтобы меня перевели на фронт. Здравствуй, Лепа, спасибо. Здравствуй. Дай мне тот билет. До свидания, товарищи. Васина, а если он будет возмущаться, что мы его столько кругами возим? Сначала скажи ему, что это твоя сестра, иначе подумает, что видел, как партизанские офицеры крутят любовь. Чарли, моя сестра. Она красивая. Да, красивая. Куда едем? Езжай в миссию. Партизанский экспресс. Скажи ему, что это единственный в стране поезд, безопасный от партизанских взрывов. Единственный поезд, безопасный от наших мин. Здорово. Газету разберут, как горячие пирожки. Мы на месте. Это ваши новые апартаменты. Какая это марка, товарищ Васины? Он служил во всех армиях до того, как попал ко мне в руки. Подойди сюда. Это ваша новая хозяйка. Ваши коллеги называют ее Джинджер. Как дела, Джинджер? Вы не сердитесь, что я возил вас немного кругами? Нет, нет, наоборот, я очень рад, вы отлично проводили меня для моей статьи. Пока, пока, Чарли. Привет, парни. Это Чарли. Где ж ты был? Как доехал? Отлично. У нас было сопровождение. 5 мессершмиттов всю дорогу. Пошли, представлю тебя англичанам. Здравствуйте, Чарли Батлер. Самый образованный американец. Здравствуйте, Нью-Йорк Таймс? Да. Отличная газета, полная точных предсказаний, противоположных тому, что происходит. Мы написали недавно, что Англия самая сильная держава в мире. Здорово, наконец-то вы написали кое-что правильное. Смотрите, они уже... Готов. Посмотрите, эти рвы около кладбища.
Они не без причин. И бункер. Рвы и бункер на кладбище? Что вы думаете об этом? Что говорят наши данные? В домах около кладбища главные партизанские ведомства. Здесь, несомненно, Тита здесь. Наши главные силы ударят вот здесь. В каком состоянии парашютный батальон? В отличном. Он составлен из штрафников. Проверен в боях с русскими партизанами. Я не сторонник уголовников в армии, но один раскачавшийся ценнее 100 праведников. Так вообще-то нас учили. Вы правы. Значит, десантники рыбки выбросятся прямо в центр.